Катлашанка Эльвира Филатова прошла в полуфинал проекта «Ты супер». После выступления в 1/4 финала за выход в полуфинал боролись 9 участников. Жюри предстояло выбрать четверых. Эльвира Филатова, воспитанница Котласского детского дома, исполнила композицию «Human». Все члены жюри отметили выступление Эльвиры. Теперь наша участница поборется за место в финале проекта «Ты супер».